данном видео расскажу, как слить воду с бойлера. Вариантов немного, и мы их рассмотрим. Первое, что я посоветую для комфортного слития воды, остудите ее, то есть либо же куда-то уезжайте, ставьте на день, на два бойлер выключен, чтобы водичка была не кипяток, чтобы вы не обожглись, особенно если вы делаете это в первый раз. Вот, либо же перед тем, как разбирать, просто, допустим, примите душ, или если это небольшой бойлер, помойте посуду и только выключите самый главный бойлер, вот, чтобы горячая вода у вас вышла, холодная наполнилась. Как мы знаем, бойлер работает при выключенном. Итак, значит, один из простых самых вариантов, но довольно долгий, это обратный клапан. Вот у нас находится обратный клапан. Поднимая рычажок вверх, вода у нас отсюда начинает бежать. Ну, это довольно неудобный способ, как я уже сказал. Особенно если бойлер на 80 литров, как в моем случае, вода будет очень долго стекать. Поэтому этот вариант мы не рассматриваем. Второй вариант, безусловно, снять нижнюю крышку, если это большой бойлер. Обычно тен у них расположен посередине. Откручиваем гайки, и вода у вас, безусловно, хлыснет. Это неудобно. Сами забрызгаетесь, все вокруг забрызгаете. И третий способ, которым обычно все пользуются, это, безусловно, откручивать вот эти вот краны. Значит, что нужно перед этим? Первое, отключаем бойлер, и если у вас от вилки, значит, вилку вытягиваем, если стоит выключатель, значит, выключаем рубильник. Далее выключаем краник на трубе основного стояка. Далее нам нужно перекрыть кран с горячей водой. Находится он слева, можно его потрогать, он теплый. Вот, не перепутайте, перекрываем. Для чего это делается? Чтобы в дальнейшем, когда мы снимем кран с холодной воды, с поступления холодной воды, у нас вода не пошла здесь, так как здесь перекрыто и нету у нас обратного движения. Вот, значит, далее нам нужно снять данный кран и обратный клапан. Если вы не снимете обратный клапан, он не даст воде бежать, то есть нужно его открутить до вот этого момента. В любом бойлере есть вот тут трубочки. Значит, обратный клапан мы снимаем, и остается вот только эта трубочка, после чего мы открываем кран с горячей водой, и вода у нас начинает бежать с этой трубочки. После того, как выбежала, можно разбирать бойлер и чистить, ремонтировать и так далее. Для разбора крана обычно использую маечный ключ, разводной точнее, и газовый. Удобно одним держать снизу, другим сверху. И откручивать нужные нам детали. Что здесь
здесь крана